На обед еще не придумали меню. Предлагаю вашему вниманию несложный, но очень аппетитный вариант приготовления супа с сушеными грибами. Наваристый, ароматный и действительно вкусный. Нужно пробовать. Сочетание сушеных и свежих грибочков со сливками – это классика, которая вас наверняка порадует. Основой может быть как овощной или грибной, так и мясной бульон. Использовать просто воду я не рекомендую, все-таки с бульоном вкус супчика будет более насыщенным. Он легкий, так что прекрасно подойдет даже для летнего меню. Запоминайте рецепт. 1. Сушеные грибы выложите в глубокую мисочку и залейте 3 стаканами очень горячей воды. Оставьте на полчасика. 2. После, используя марлю или кофейный фильтр, процедите грибочки. Столовые кон грибной водички сохраните. 3. В кастрюле растопите 3 ложки сливочного масла и обжарьте измельченный лук с чесноком. 4. Добавьте свежие грибы и жарьте еще несколько минут. 5. Выложите в кастрюлю сушеные грибы и оставьте на медленном огне на 10 минут. 6. Влейте сухое вино. Через 3 минуты добавьте оставшееся сливочное масло. 7. Как только масло растопилось, добавьте муку и пару минут перемешивайте аккуратно. 8. Влейте бульон и водичку от грибов. Добавьте соль и специи. На медленном огне томите супчик минут 20. 9. В конце влейте сливки, прогрейте немного и можно подавать суп с сушеными грибами к столу, по желанию дополнив свежей зеленью. Приятного аппетита!